пятницу в Самарской области будет пасмурно. Практически повсеместно пройдет небольшой дождь. Температура воздуха еще понизится. В дневное время 8-11 с плюсом, ночью 8-10 градусов выше 0. В Сызрани небо закроют тучи. Днем плюс 11 градусов, ночью плюс 10. Ветер западный, скорость 8 метров в секунду. В Тольятти пасмурное небо, осадки в виде дождя. Днем 11 градусов тепла, ночью плюс 10. Западный ветер 8 метров в секунду. В Самаре будет пасмурно, пройдет небольшой дождь. Днем 9 градусов тепла, ночью плюс 8. Ветер западного направления 6 метров в секунду. Атмосферное давление понизится, 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 39%, геомагнитное поле возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.